Прокуратура начала проверку после ЧП на заброшенной стройке в Челябинске. 11-летний мальчик получил травму и оказался в больнице после игр на площадке. Прокуратурой Курчатовского района организована проверка по факту получения травмы ребенком на объекте незавершенного строительства. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Пострадавший мальчик резвился на недостроенном объекте на улице Каслинской и получил серьезные травмы, упав в строительный котлован. Доставать его пришлось городским спасателям. Ребенку оказали первую помощь, наложили шины и воротник шанса. Затем транспортировали при помощи жестких носилок до машины скорой. Ребенок госпитализирован в детскую областную больницу с переломами обеих пяток и переломом ключицы.